Сегодня вы увидите гениальные строительные инструменты нового поколения, которые смогут существенно облегчить трудоемкие процессы в строительстве. Например, инструмент для обнаружения скрытых объектов в стене, универсальные станки и инструменты, и даже компактный миксер для замешивания растворов. Saw blade and rotor bits shaping plans. Режущие диски для обработки древесины и древесных материалов с течением времени истираются и изнашиваются, что способствует снижению их производительности. Чтобы восстановить эффективность режущего инструмента, понадобится произвести заточку зубьев. Чтобы выполнять заточку дисков от циркулярных пил, для этого не обязательно покупать специальное оборудование. К домашнему точильному станку нужно приделать стойку, которая состоит из неподвижной и подвижной части, а также крепления. При помощи такого приспособления можно легко и быстро выполнять затачивание в домашних условиях. Metabo Multitool MT400. При работе с материалами приходится выполнять различные действия, и для каждой операции предназначен свой инструмент. Это и накладно, и неудобно, но можно приобрести мультиинструмент Metabo Multitool MT400 компании MetaboWare GmbH. Он предназначен для распила, шлифовки, резки самых разных материалов, от дерева и пластика до кафеля и металла. Инструмент поставляется с набором насадок, позволяющих выполнять разные действия. В комплект также входит универсальный адаптер, благодаря чему устройство может работать с оснасткой разных производителей. Все насадки меняются легко и быстро, без применения сторонних инструментов. Crocolane. Crocolane – это решение для всех дорожных рабочих, садовников и мастеров-любителей. С помощью этого современного инновационного продукта значительно упрощается сложный и длительный процесс. Crocolane выставляется с помощью лазерного уровня и позволяет облегчить и ускорить разметку территорий. Для точной разметки потребуется несколько инструментов, каждый из которых устанавливается на металлической основе. Наличие зубьев на инструменте позволяет легко и просто определить нужное направление. Гаджет Crocolane доступен в двух цветах – красном и синем. Rebar Cutter DBC-16H. При работе с арматурой приходится менять инструменты в зависимости от того, что необходимо сделать – резать или сгибать. Компания BN Products разработала компактное устройство Rebar Cutter DBC-16H, которое совмещает обе функции. Уникальная конструкция этого инструмента предоставляет оператору возможность подготовки арматурных прутьев наиболее эффективно. Теперь можно резать и гнуть арматуру, высовывающуюся из стены или колонны непосредственно на объекте, или изготовить то, в чем вы нуждаетесь на специальном участке. Мощный электрогидравлический инструмент для тяжелых условий работы, благодаря комбинированной конструкции, позволяет легко резать 16-миллиметровую арматуру из усиленной стали и изгибать ее на угол до 180 градусов прямо на месте. Применение арматуры без смены насадок. MAX-20 AB441T. От правильного соединения стержней арматуры зависит надежность силового каркаса. Если их плохо зафиксировать, то при заливе бетона под его массой конструкция может деформироваться. Один из способов фиксации – крепление проволокой с помощью пистолета для вязки арматуры. В этой сфере очень эффективно аккумуляторное устройство Twintia AB441T, выпускаемое компанией MAX. Инструмент имеет двойной механизм подачи проволоки, что увеличивает скорость работ и ускоряет обвязку. При этом высота стяжки уменьшена вдвое, а концы не выступают над поверхностью. Инструмент предназначен для вязки арматуры диаметром от 20 до 44 мм и находит применение в строительстве любых железобетонных конструкций, аэродромов, дорог, каналов, мостов и плотин, бассейнов, промышленных полов, а также в монолитном домостроении. В общем, это универсальный инструмент, который затребован во многих сферах. Миксер 50S. Никакое строительство не обходится без различных растворов, замешиваемых из сухих смесей.
Небольшое количество изготовить не составит труда, но задача усложняется, если раствора нужно больше. Компания Betty Pev предлагает ускорить и облегчить работу с помощью универсального миксера Mixer 50S. Он предназначен для смешивания различных сухих смесей, плиточных клеев, красок, лаков, эпоксидных смол. Компактный миксер укомплектован электродвигателем мощностью 1,2 кВт с пультом управления и возможностью автоматического отключения. Он быстро собирается и рассчитан на 50 кг материала. Прибор прост в эксплуатации и легко перемещается благодаря колесикам на раме. Распиловочный станок. Многофункциональный распиловочный станок – полезное устройство для столяров, плотников, мебельщиков и других мастеров, работающих с деревом. Станок имеет трубчатый цельнометаллический каркас с резиновыми вставками для устойчивого расположения циркулярки на любой ровной поверхности. На рабочей поверхности стола расположена направляющая, что может изменять угол и служит маршрутизатором для заготовок. Также стол имеет раздвижную конструкцию, опорную планку для установки ширины продольного распила. Вращением колеса приводится в движение червячный механизм, что изменяет угол диска относительно плоскости стола. Имеется возможность подключения пылесоса для чистого пиления. Мощность двигателя 1500 ватт, скорость холостого хода 4500 оборотов в минуту, вес станка 17 кг. Имеется резиновая рукоять для удобной переноски устройства. Bosch Wallscanner DTEC-200C. Профессиональный радиолокационный инструмент Bosch Wallscanner DTEC-200C предназначен для точного обнаружения скрытых объектов в стене, электропроводки, металлических и деревянных предметов. В отличие от более дешевых аналогов детекторов, представленное устройство не только точно обнаруживает скрытые в стенах предметы и материалы, но и выводит на экран иллюстрацию объектов, что помогает более точно определиться с планом выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ. Настенный сканер обнаруживает предметы на глубине до 20 см и показывает глубину объекта. Доступна функция скриншота, которая позволяет быстро и просто сохранить изображение для дальнейшего изучения. Скриншоты можно загружать через USB-C и SD-слот для карт памяти. Quadsaw. Делаете ремонт, но выпиливать отверстие прямоугольной формы слишком сложно? Не беда. Лондонские инженеры разработали устройство, которое сделает это за вас. Инструмент расширяет функционал дрели при условии, что она у вас уже имеется, превращая дрель в пилу и позволяя без лишних усилий делать прямоугольные или квадратные отверстия в стене. Работает это так. Металлический каркас надежно фиксирует устройство, которое с помощью 4 зазубренных металлических пил вырезает в стене нужное отверстие. Этот апгрейд позволяет уменьшить время для выпиливания прямоугольников в стене вручную. А вы уже использовали эти инструменты в работе? Делитесь опытом в комментариях.